Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Герман Давид Соломон Кароди, итальянский художник-пейзажист, востоковед. Родился в Раскате, в альтернативном источнике местом его рождения, указан Цюрих, в июле 1844 года. Много лет жил в Риме. Кароди учился в Академии Святого Луки у своего отца, Соломона Кароди, и в Париже в 1872 году. Я беру данные из переводной Википедии, данных немного. Кароди получал заказы на исторические картины от британской королевской семьи. Был знаком с большинством европейских королевских особ того времени, включая дружбу с королевой Викторией. Много путешествовал по Дальнему Востоку, включая Египет, Сирию, Кипр и Стамбул, которые послужили сюжетом для многих его картин. В 1893 году он был посвящен в рыцари, как академик за заслуги Академии Святого Луки, где он был профессором. Умер в Риме 30 января 1905 года. Работы Кароди находится в художественном музее Фрая в Сиэтле, Вашингтон, музее искусств в Нью-Йорке, Национальном музее Катара и в Римском музее Трастевере. Вот так немного из переводной Википедии о итальянском художнике-пейзажисте, востоковеде Герман Давид Соломон Кароди. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. До свидания.